Что это было? Я не знаю. Черт, неужто это снова эта мразь? Джейк, замри. Не двигайся. Пиздец. Блять. Кевин, твою мать, заткнись. Извини, пожалуйста. Блин, я больше не могу на смотреть. Что там вообще, твою мать? Блять, поверь, тебя лучше этого не видеть. Тут, блядь! Нахрен! Крис! Какого что это вообще было такое? А что еще делать? Блин, я первое, что в голову пришло, то и сделал. Срать все. Что там было? Черт, у меня руки аж трясутся. Какая-то тварь, я таких еще не видел. Такая огромная. Черт. Бля, что он делает? Огромная? В смысле? Да. Я не знаю, как будто прародитель, блин, всех этих тварей. Такой прям босс вышел, дядя. Главный. Босс, дядя, что? Страшный вообще. Блин, что он там? Жиру бесится, что ли? Крис. Он, блядь, чего не служит. Ты, он 10 домов таких служит. Судя по его виду. Крис, блядь. Что делать будем? Бля, я откуда знаю? Что делать? Сука. Бля, господи. Может, коробки поставим нахуй? Может, просто спрячемся в эти коробки лучше? А, поместишь это эти коробки. Ты что, совсем дурак, Крис? Делись. Слепая хуйня потеряла нас. А, сука! Нет, чтобы посмотреть. Блять, твой дом не мой. Я откуда знаю? Я не знаю, есть ли там щелочка. Крис. Блять. Слушай, походу и правда. Черт. Может, мы будем сидеть тихо? Ну и что будем делать, граждане алкоголики? Я ждать. Думаю, только ждать. Ну что, может, откроем? Открывай. Как-никак. Я готов.
Чего? Его нет? Я не вижу из-за вас, что там происходит. Какого хера? Ёб твою мать. Твою мать. Ты посмотри. Охереть. Крис. Да? Да. Да, блядь. Это ж с какой херью мы имеем дело? Я тебе говорю, он как мутант какой-то, нереальный просто. Пасть как он вообще выглядит? Я тебе говорю, у него челюсть как вот медвежий капкан, прям такой противный, страшный, а главное огромный. Бля, может ты не будешь меня револьвером целиться? Мне немного напряжно, знаешь ли? Так, ладно. Блять, что нам делать? Смотри, это теперь руины какие-то. Смотри, зато скворечник. Часы скворечник цел. Хоть что-то осталось. Короче, взрывчатка у нас. Бля, главное, чтобы он машину ничего не сделал с машиной. Так, теперь... Блять, может проверь? Пошли тогда, нам нужно это. Отнести же взрывчатку. Как там ты его назвал? Пуфик. Бля, похуй вообще, пошли. Надо, блядь, все уже туда идти. Да. Что-то я спать пиздец хочу, но нельзя. Тебя это не взбодрило, то, что произошло? Немножко. Ладно, пошли уже с машиной. Только бы была цела, только бы была. О, отлично. Отлично. Нормально. Хоть что-то радует. Почему он ее не стал трогать, не знаю. Она, видимо, ему не нравится. Что? Что с баком? С баком что, бензин есть еще там? Ну, смотрел. Давай заведем, глянем. Короче, поехали уже, думаю, все нормально. Давай. А, че, Крис, может, ты поведешь, не? Ну, хочешь, если ты устал, можешь поспать немножко. Да ладно, срать, поехали. Двойные стандарты. Слушай, мне кажется, мы не туда куда-то едем. Может, поменяемся? Все-таки я поведу. Да не, забей, все нормально. Я тебе говорю, что-то не то. Бля, это что такое? Мы уже приехали. Я не знаю. Крис, бля, это что такое? Давай-ка притормози. Где-нибудь припаркуйся. Давай-ка вылезем так. Бля, где это мы? Началось, кого хоть утро называется. Смотри, здесь что-то было написано. Ал. Не понял. Алла. А, да я не знаю. Какого черта мы вообще здесь высадились? Как... Это что, блядь, такое? Ого! Ебать, вертолет! Вертолет! Хуеть, вертолет! Что здесь делать, вертолет-то? Ну, прилетел. Прилетел? Охерен. Тут еще какая-то машина ржавая, но это меня это вообще не волнует. Смотри! Бля, у него пулеметы! Ничего себе. Слушай, может эти пулеметы снять и использовать как-нибудь? Крис, ты умеешь вертолетами управлять, не? Они тяжелые? Не, я не умею. Смотри-ка. А почему ты меня не спросил? Может быть, я умею? О! Черт. Кажется, что он движется. Это вообще что где? Бля, я только заметил. Мы ж по льду ходим. Ого. Я и думаю, что это такое? Черт. По льду. Это что вообще такое, Крис? Похоже на какие-то палатки, реально. Как будто временный лагерь какой-то. Военный, типа. Черт. Может, это что такое? Жили?
Что за аномалии? Тут идет дождь и снег. Нет. Смотри, тут... Что такое? Почему здесь горят факела? Я даже меньше удивился тому, что здесь висят какие-то сосульки с раздолбанной Джей, крышей. Джей, посмотри вниз, под ноги. Оу. Ох, блядь. Им явно нехорошо. О, кровать, типа... А это может такое, быть, лежит его, может... бля, еще посплю. Пиздец. Может попробовать подолбить? Не, Кевин, не надо. Цепная реакция, лед, алло, ты его плюс не пробьешь, он же толстый. А, ну да, прям как я. Да, как ты. Твою мать, ну, смотри, вертолет, он же полностью активный, в целом состоянии. Слушай, у меня ключи-то с собой. От чего? Ну, вот эти гаечные. Красиво. Ты хочешь... Если открутить? Я не знаю, но мне кажется, они тяжелые просто. Ну, по-моему, да, потому... Просто не сможем. Это... Не знаю. Может, пойдем посмотрим на какую-нибудь палатку и... Бля, это что такое? Откуда здесь чертов снеговик? О, кто-то веселился. О, весело, пиздец. Ну-ка, давай за... О, дружище лежит. Бля, тут какой-то смоук, видишь? Какая-то затхлая атмосфера. Смотрите, какая креативная свечка. О, блядь, тут кто-то есть. Свеча горит. Лампа тоже. Да. Правда, глаз мигает, но... Бля, тут есть электроэнергия, чувак. Ну, это как... А это что за дверь? Похоже на механическую какую-то, смотри. Да. Железная вся. Это что? Я, кажется, понял, что это такое. Чё? Это, ну, знаешь, такие карточки, которые открывают двери. Типа, прием карты и дверь откроется? Да, типа, видишь, написано. Карта, типа, зон, ну, куда прикладывать карту. А, нет. Карт у нас нет, ничего нет. Через дверь мы точно не пройдем. Только если как-нибудь взломаем ее, и то, я думаю, нет. А может попробовать с разбега, хотя она же железная, да? Да. Не, ну, пошли да. отсюда. Блин, тут... Почему здесь лежат скелеты? Если здесь кто-то есть, то... Бля, почему бы их не убрать? Да какого черта? Они, типа, просто легли и умерли, что ли? Здесь ты, просто... Да я откуда знаю? И второй вопрос, почему они уже скелеты? Скелеты, вот именно. И Или блядь. От холода. Снеговик. Нифига себе. Смотрите. Насос. Насос. Ну как, вода. Креативно. Во льду. Во льду. Во льду насос, круто. Да. Ты нафига нажал? Ну, прям прикольно. Ну, черт, Окей, давайте проверим остальные палатки. Давай начнем вот с этой вот. Посмотрим, что там. Я думаю, что здесь, короче, куча всякого. Воу! Ты моя, это что такое? О, водичка. О, палатку затопило, ладно, не надо туда идти. Окей, давай пройдем вот сюда. Так, тут открыта дверь. Ой, ты что это? Кроватки, блин. Давай-ка двери закроем, потому что холод несет. Давай, тут уже все, блин. Пол даже холодный. Смотри, это какие-то казармы. Какая-то казарма. Ага. Видимо, это какое-то военное предприятие, нет, раз тут. Вертолет военный, машины какие-то. Еще что-то. Ящики пустые. Ну там какие-то зубные щетки, мыло. Но это нам не нужно. Ну, как не надо, а мы его особные щетки. Мыться-то. А, да, точно. Окей, раз здесь нам нечего искать, то пошли дальше, посмотрим. Если что, вдруг, если настанет резко ночь, то можем здесь, в принципе, спрятаться. Хотя эту палатку повалить как нихрен делать. Ну, хотя бы что-то. Не ехать же нам в дом без крыши, блин. Мы можем поехать обратно. Ну нет, это долго. Окей, давайте... Ну, тут мы были. Давайте. Почему здесь включены фонари и лежат скелеты?
Да нахрен это. Пошли дальше. Вот мы вот этот дом не проверили. Ну, как дом. Там, кстати, скворечник какой-то наверху. Ну, пофиг. О, бля! О, сука. Нормально. Пугало. Кому-то пугало, очень весело. О! Господи. Ай, блядь. Смотри. Охлаждающие напитки в холодное время года. О, я попил, если честно. Но... По-моему, они замерзли внутри, смотри, нет? Ребята, нахрен ваши напитки, вот, ага. Вот что нужно пить. Смотри. Финишка. Крис, вот. Финишка. Ну, что это такое? Как лейка, вот. Ну что они собрались поливать? Точильный камень. Чё-то, мне кажется, они рандомные вещи сюда кто-то приносил, и кого-то коллекционер какой-то, блядь, со сдвинувшейся башкой. Не знаю, еще какие-то чёрт. Документы размытые, ни хрена не видно, текста нету. Какой-то кораблик, меч, сабля. Это что? О, я таких в барах видел. Тут включается так вот. О, ну хоть какой-то источник освещения. О, смотри, Кевин, как будто из лыжной базы спиздили. Я у вас очень поющий, да? Угу. Ну, давай, нажмем. Эй! Ну, я у вас очень поющий. Почему-то именно круто. Он не работает. Блин. Батарейки, может. Ну ладно. Смотри, Крис. А? Это. Тоже все размыленное, ни хрена непонятно. Как будто, знаешь, обмакнули специально в воде и просушили, и положили вот так стопочки. Хотя, может, от влаги все это... Может, кто-то очень сильно чихнул? Нет, Кевин, может, просто кто-то слишком дебил. Слушай, похоже на, знаешь, какие-то декорации в фильме, как будто вот специально все расставили. И смотри, тут же так холодно. Ну, ты вот посмотри, ну вот что, что вот это такое? Ага, это не, не смотри, логично вообще. Смотри, Крис... Открой-ка. Что ж там внутри? Чё? Это карточка, помнишь? Какая? Вы говорите, типа, там какая-то, что нужно карточку вставлять. Смотри. Чё? Так, вот. О-о-о. О, бля. Это же... Это же она? Ну, да? Бля, я не знаю, давай проверим. Жалко, что не так, банковская. Где? Выключу, а то... Она же на батарейках работает, эта хрень. Бля, пугало. Я тебя запомнил. Пугало, пугало. Закрывай. Давайте, кто первый? Да я первый. Заходи, чтобы тепло не тратить. Сейчас скользко. Ну давай, кто прикладывает. Проверим работоспособность. Я не умею, не знаю, как это работает. Да просто воткни и все. Че тут думать? Так, какой стороной-то хоть? Три. Так, ну, давай. Так. Охуеть. Ну-ка, отойди. Там темно, дай-ка. Давай. О, бля. Ну и спуск. Может, вниз, не пойдем? У нас выхода нету, Крис. Ну давай. Честно, мне не хочется туда идти там. Так, могу я вперед пойти? Темнота? Да ладно, ладно, давайте аккуратно только. Вам не кажется, что запах какой-то непонятный? Ну, какой-то, знаешь, такой затхлый. У тебя не нету никакого фонарика, а ничего не вижу. Ща. Нарую. Блин! Ты, мать, сел. Или нет? Чёртов фонарь! Вот почему он всегда не включается вовремя? Да тут и фонарь, в принципе, не очень нужен. У меня уже глаза приспособились к темноте. Ты видишь что-нибудь, Крис? Ну так, очертания, черт. Ладно. Ноги себе не сломать. Для вас я включу фонарик сейчас. Попробую. Давай. Ха! Во. Видно? Ага. Да, давай. Ну отлично, пошли тогда. Бля, это очередная пещера какая-то. Пещера на кодовом замке, что? Кому нужна какая-то пещера? Хрен его знает. Надеюсь, что мы не встретим друзей Фуфика. Я очень на это надеюсь. Ну-ка, давайте, пройдемте. Пройдем здесь. Так. Бля, аккуратно, здесь камней всяких, да. Много прочей херни. И
Куда мы пришли? Тупик. Да хреново. Хотя, может, нет. А, Крис? Типа лестница в стену. Опять приложить? Ну-ка. Ну вот, видишь? Да, да, опять эта штука. Ну-ка. Чёртова. Давай. Так. О, о! Ни хрена себе. Это что за нахер такой? Больничка, что ли? Не знаю. Поликлиника, типа. Ну, давай зайдем. Главное, чтобы какая не инфекционная, знаешь, еще подхватим какую-нибудь хрень. Кевин, ты че встал? Да я что-то засмотрелся вот на вот эту вот фигню. Слушай, а двери закрыл. Че, блядь? А где, куда карточку вставлять? Обратно, чтобы. А как вы. Не. Блядь! Может. Бля. Слушай, ну у меня есть монтировка, кстати. Попробуйте, не? Может, если. Погоди, что-то. Давай сначала пройдем, потом попробуем монтировкой. Ну, ладно. Так. О, бля. Унитаз. Это какая-то заброшка. Ты вообще слышал про это место? Видел? Ну, хоть что-нибудь? Нет. Я же говорю, мне кажется, это какое-то временное. Ну, как можно так, типа, временное такое отбахать? Не знаю. Зданица. Смотри. Это что еще? Я не знаю. Бля, почему тут все светится? Ну ладно, давай попробуем открыть какой-нибудь ящик. Это, наверное, какая-то раздевалка. Ну, давай да, наобум откроешь какой-нибудь. Сектор приз на барабане. Так, как они открываются? Я не знаю, куда тут нажимать сидишь. Они. Ну не знаю, бля, как не зажми. Зачем нажимать? Вот же есть эта фигнюшка, ну как, для рук. Ну, берешь так берешь и. Оп! И все. А. Ну вот, руками вот берись и назад оттягивай. Ну. Во. Так. Блядь. Кевин, ты откуда знаешь, как ящики открывать? Потому что там вино могло быть. Бля. Чё нашел? Что это? Карта? Карта? Какая? Письменная? Сокровищ? Ну, похоже на то. Насрать, давай дальше. Обыщите это, не знаю. Я пока что на стрёме постою. Давай, все обыски. Слушай, ну тут какие-то просто вещи. Типа. Странно. О, шуруповерт, хорошая штука. Взым, взым, цин. Ну что, нашли еще так годные? Да, шуруповерт нашел. Нахуй нам нужен? Жух, жух. Дверь открыл. Ничего не нашел. Жух, жух. Знаете? Тут какой-то самый расписной такой ящик. Может, в нем что-то? Что это? Кусачки какие-то? Кусачки? Может, они нам пригодятся? Ну да. И стамеска еще есть. Короче, пошли дальше. Давай. Смотрите. Это что такое? Где? Блин, походу придется перепрыгивать. Ну ладно, сейчас. Я весьма буду долго лежать. Давай, Крис, ты первый. Да вот туда пойди просто и все. Я боюсь, что... Это что за нахер такой? О-о-о. Она двигается там. Да ну! В смысле? Она автоматически двигается или ее кто-то типа. Привет! Но я не думаю, что она станет смотреть в стену. Ну. Слушай, ну блин, такое, знаешь, как будто реально кто-то наблюдает. Вот чувство. У тебя есть такое чувство, да? Ну, бля, у меня оно постоянно, как я сюда. Зашел? О, блин, как-то, знаешь, бля, воздух какой-то противный. Все больше и больше. Смотри. Ты что, я не портил? Да нет. Смотри, вот это что за баллоны какие-то?
Balloons. Кислород, скорее всего, хотя... Ну, бля, не знаю, типа... Ну, смотри, типа, видишь, синий цвет, как правило... Ну, я не уверен, но может... Не знаю. Глутамат натрия. Вот это... Что это за... Какая-то поликлиника? Похоже на гинекологическое отделение. Я не знаю. А это что за дверь? Точно такая же дверь стоит в той пещере, где... Этот, как там? А, да, слушай. Пуфик, там... Фуфик. Фуфик, Фуфик. Фуфик. Может, они в одно и то же место идут? Нет? О, ё-моё. Хорошо, что Кевин этого не увидел. Я вообще-то специально поставил. Ага, ну ладно. Короче, пошли тогда. Блядь, Кевин. Посмотрим другую комнату. Ну, давай посмотрим. Тут еще одна такая. О, еще одна камера. Нифига себе, что делать? Блин. Что-то Кевин уже херово. Чуешь? Нормально. Крис. Что происходит? Что-то, блин, запах какой-то стал. Знаешь, то ли... Не знаю, мне как-то, знаешь, дышать тяжело. Что-то у меня даже немножко башка крутится, знаешь. Я думал, я устал, но... Фу, так не устаю обычно. Знаешь, когда вот запах как будто газом подышал каким-то. Или краской. Бля. Смотри, а тут что? О, бля. Что там написано? А, так, Кевин, погоди-ка. Посмотри пока, что здесь. Окей. Так. Опять мыльная хрень. Инструкция по эксплуатации. Ничего не видно. Эксплуатации чего? Не знаю, почитай. Окей. Погоди. О, бля. Чё-то... бля. Чё-то у меня башка немножко... Кружится. Бля, начало. Может, это выбираться уже? Что-то не... Да, давай. Надо. Ой, бля. Погоди. Давайте уже выбираться. А? Чё за херня? Чё, блядь? Она закрылась. Бля. Это что такое? Изоляция. Бля. Во тьме в голове плывет все. Что за кнопки? Бля. Что сделать? Бля. Открывай дверь нахуй. Нет. Бля. Чуваки, чё это пиздец? Бля. Сука. Что-то... Джек. Здесь не то... Джекоб!